Видимо, сегодня день такой. Ну, в отличие от коней, это животное беспризорно. Хотя выглядит ухоженно, и хозяин у нее, скорее всего, есть. Вряд ли оно отбилось от стада, выгуливать коров в городе вообще-то запрещено. Настоятельно рекомендую хозяину этой коровы животное домой забрать, иначе мэрия города выпишет штраф. И на этом дежурство мобильной группы закончено. Если у вас есть новости, звоните по телефону 220 2700 и пишите на сайте Юга Сибири cityvsm.ru.